Здравствуй, дорогой зритель. Продолжаем играть в гильдию 3 на уровне сложности невозможно. В прошлый раз мы творили темные делишки. У нас появился кровный враг, который убил нашего наследника. Вот я попытался отомстить ему, но что-то не понял, как это сделать. Потому что убийство не вышло. Ой, где все здания-то? Вот, поэтому сегодня будем опять этим заниматься. Вот, кстати, наши кровные враги бегут. Не к нам ли они бегут? Нет, не к нам. Ладно, мы с ними разберемся позже. Сегодня будем опять этим заниматься. И еще мы получили титул, который нам позволяет построить пекарню. А пекарня нам пригодится очень сильно, потому что муку можно превращать там в хлеб, в дорогущие очень и в прочие вещи. Что-то как-то игра протормаживает, не пойму. Кто-то помер. Глава другой династии. Вот, так что в этой серии мы, значит, будем делать пекарню. Но пока на нее не хватает денег. Потому что я там затупил и купил 40 мечей. И потом, конечно, при продаже потерял 4000 золота. Вот. И наемники наши сейчас лечатся, как только они здоровье поправят. А, вот, это уже поправил, и это уже поправил. Все, значит, мы их тащим сейчас обратно вот сюда. Одного и второго. И сейчас, когда они вернутся, начнем выслеживать уже вражин. Я думаю, главу клана, прямо вот этого, который пошел на убийство. Торговая миссия закончилась неудачей. Что ж ты, Эммануэль? Лошара такой, 2000 тебе дали, чтобы ты в торговую миссию съездил. Так, давай, возвращайся. Где наша деревня? Не помню, где наша деревня. Так, давайте сейчас вот тогда попробуем через вот этот. Найти. Ну, так уж еще его так и не найти. Ё-моё. Наплодил я тут детей, и теперь с ними невозможно. Так, это не она, если не он. Вот он. Иди сюда. Будешь репутацию зарабатывать. Опять стало производство, непонятно почему. Так, еще у нас, раз у нас убили нашего наследника, то нам нужно еще наследование установить. Ну, давайте начнем с наследования, потому что время летит незаметно. Я так и не понял, с какой частотой происходит вот эта смена периодов трехлетних. А у нас уже там все довольно взрослые. Вот он, наследник. Ему уже, да, 29, и у него еще 29 лет нет подруги. Пусть он этим делом занимается. Здесь у нас дочка появилась. Она не продлит род, поэтому давайте попробуем. Ага, их нет дома. Беги домой. Беги домой, да? А, она уже и так дома. Все, пусть этот бежит. Одну линию я решил продлевать. Здесь две дочки. У этих есть сын. Так, вот этого, значит, сына тоже мы попробуем подтвердить. Так, ну а вот эти линии, здесь уже есть сын. А вот эта линия, ладно. Наверное, не очень. Потому что куча этих детей и родственников, я не знаю, честно говоря, куда их девать. Там вроде как-то можно будет их потом на должности назначать, да, там голосование устраивать, но с такой оравой это такой дикий сим-сити получается. Я только делаю, что ищу им жен и мужей, как бы надоело этим заниматься, это неинтересно. Почему-то у нас тут везде негативный эффект, плохая репутация. Репутация у нас вот здесь, да? Так, у нас проблемы с деньгами начинаются, поэтому будем считать, тех двух мы немножко отправили. И давайте разбираться, почему не работает. Опа, на нас напали. Так. Давайте замедлим это дело. Это, кстати... А, ну стражник его...
подлупил этого паразита. Но нам это не очень-то помогло. Ну, с этими у нас война, поэтому да, мы его сейчас будем выслеживать у себя тут. И прибивать, ладно. Давайте с деньгами для начала разберемся. Так, здесь. Все работники на месте. Вода идет. Собрать ингредиенты. Этот воду несет. Это он есть. Вот это вот, конечно, дублирование бесполезное. Только путает лишний раз. Потому что вот есть он тут работник, и пусть он тут будет. И так видно по короне, что он глава семьи. Так, воду он тащит сюда, 40. А у нас, кстати, здесь... Что-то пшена-то много. Ячменя. А ты что, ячмень не носишь, что ли? Вот везет вроде, да? Все, тащит. Пшеницу. А пшеницы нету. Так. Давай пшеницу. Воды полно, ячменя полно. А вот это давайте исправим. Маршрут. Пусть возят не по 20, а по 40. Так, все, давай вози по 40, потому что что-то ты протелилась, и у нас уже тут складировать некуда это барахло наше. Так. Все, 40 ячменя пусть возит. За раз. А этот должен налить пшеницу, которую никто не делает, да? А этот делает коров, которые сожрали всю пшеницу. Коров делать не надо. Делай лучше... Ага, вон на этих... На стероидах. Компьютер управляет на искусственном интеллекте, поэтому творит фигню с этими коровами. Так, все, твори пшеницу. А еще, наверное, давайте склад расширим, потому что скоро упрется. Складское пространство. 900. Нет, не расширим. Так, ладно, здесь производство производится. Здесь у нас что творится? А, ячмень, вода. Тоже никакой пшеницы, да? А, но ими тоже управляет комп. Так, воду тащут. Значит, вода сейчас будет. Так, вода сейчас будет. И погонят дальше они ячмень. Но для отрубей нужна и пшеница, и ячмень. Значит, здесь хватит творить ячмень. Творите пшеницу. Так. Вы что творите? Я не знаю, коров нет. А, подождите, стоп надо нажать, да? Пшеницу. Отключить управление. Когда вот это, значит отключено. Все. Этот пускай таскает воду, эти пускай делают пшеницу. Коров делать нам не надо. А эти пускай делают ячмень. Ячменя уже тоже полно. Ну, ячмень и воду пускай делают. Все, здесь, значит, мы это все складируем дело. И производим отруби. Отруби здесь тоже уже полно. Здесь тоже, кстати, забиты склады. Вот поэтому они не производят ничего у нас. Так, сюда бы, конечно, еще одного перевозчика добавить. Давайте расширение. А, уже тут все. Уже денег не хватает на все это. Так, опять на нас напали. Они как не дают. На Бенджамина, да? Так, ну мы... Слушайте, а это... Это наш... Этот самый. Так, ну это уже совсем ни в какие ворота. Где наши наемники? Наемники, быстрее. Так, напасть на вот этого. Напасть, а потом еще раз попробую его прибить. Потому что они долбят наших наследников, которые у нас не смогут
продолжить рот наш. Сейчас мы этого гада будем догонять до самой... А он еще и тут на кого-то напал, да? Ну, не совсем обнаглевший, может. Ну, пока ты стоишь, я надеюсь, догонят тебя. Что-то не вижу, где наш... Ты бежишь там точно? Кто это? Я не успеваю так. Куда он делся? А, вот он. Off we go. Все, бежит он, да? Давайте, дождемся. Династия уничтожена, династия уничтожена. Я не знаю, далеко он где-то бегает. Так, и с производством все еще не это. Все еще не очень хорошо. И наследников бегают, валят одного за другим. Поэтому давайте тут делать пацана. Ты наш страдалец. Подтвердить. Ну, здесь тоже пускай. Подтвердить. Yes, опа, отхватил наш. А как так вышло? Напал на сильного, да? На очень он врага. Назначена и дата в суде еще. Ладно, мы будем долбить тут на своей территории тогда. А вот они бегают тут. Давай-ка. Угу, напал. Их мы будем уничтожать. Так, а у нас осталось 120 монет. Сейчас мы разоримся пока с этими тупыми наемниками. Да давай уже мочи ее, что ты. Так, а ты давай уже... А, ты еще не отошел, да, чтобы лечиться идти. Так, и теперь вот интересно, как они в тот раз меня умудрились убить, да? Нет, убить. Убил, нет? Не понял, что-то я. А, да, убил, смотрите, действительно. Так, ну иди быстро лечиться тогда. Всех их будем истреблять. А, вернемся к нашему производству. Так, Эммануэль дошел. Да что к тебе? Вот он. У нас на мельнице полно всего. А, давайте, наверное, отруби начнем продавать. Потому что... Так, да что там все творится-то? Член семьи становится целью нападения. Опять, да? Собаки. Мне некогда с вами воевать. Встаньте. А, мы начинаем продавать отруби, потому что нам нужны деньги срочно. На складе запасаем десятку. Я так понимаю, это будет у нас идти на производство каши. Потому что каша не влазит уже. И отсюда же мы будем продавать и ячмень. Он, конечно, дешевый, но... А, не ячменную муку, подождите. А ячмень отсюда нельзя продавать, да? Плохо. Так, мы отсюда, значит, можем кашу и отруби.
Ну, ладно, сейчас он отруби продаст. Мы получим денег здесь. На этой ферме у нас. И тут не сказать, что затоваривание какое-то. Пшеница и пшеница, да? Но давайте эту пшеницу распродадим пока что. А она и так распродается. Поэтому ее здесь и нету затоваривания. А вот здесь ячмень начнем продавать излишки. Все, что больше 40. У нас отсюда по 40 вывозят. Значит, 40 оставляем, все, что больше нафиг вывозим. А, и кончился период, а мы так свои погода. А им еще нужно успеть не просто сделать детей, а еще этих детей успеть, чтобы они достигли возраста совершеннолетия. Так, все, на продажу мы выставили. Барахлишко свое этот поднимает нам репутацию. Детишки. 31 уже ему, да. Давай сюда. Тебя там как? Тоже неплохо, давай сюда. Здесь дочка есть. В следующем поколении здесь. Здесь дети. Ладно, этих не будем продлевать. Будем сыновей продлевать. Все вроде. Вроде все. Теперь ищем наших наемников. Тащим их. Делай. Так, а ты что все не включился? Ты чудила. Пропустить стаканчик. И что это даст нам? Давай, лечись. Так, он лечится, а ты иди сюда. О, идет, смотрите, кто идет. Так, напасть. Это глава клана, который убил нашего наследника. Что-то все в горле. Так, сейчас мы... Вот он, да, уже бежит. Сейчас мы его прищучим. Я надеюсь. Ты расскажешь всем, какие мы хорошие. Давай. Член вашей семьи скончался. Кто? 62 года. Сейчас догоним. Вот встала опять. Да что ж такое? Назначена дата суда. О, все, пошел замес. Сейчас мы главу. А, тут стражник еще влез, да, какой-то? Ах! Не прокатило, так. Иди-ка ты-ка сюда-ка. Нет, он не может. Тогда стой, где второй стражник? Пока этот валяется, можно подбежать его добить, да? Бегом сюда. Пока стражник городской вырубил нашего чела, этого надо быстро добить, и мы сейчас уничтожим эту династию. Хотя там, наверное, есть персонаж умер, который... Так, ну это плохо уже, потому что умер-то глава, и перешло наследование на того, у которого детей нету до сих пор. Так, ну ты все с ней не дружишь? Нет, еще. Так, ну теперь надо прям по резкому наследованию заниматься. А я хотел бы вот этого чувака подприбить еще. Давай еще раз попробуем вот догнать и прибить. Так, ты ожил? Беги лечиться. Что-то с деньгами все равно. Ладно, мы ему немножко навешали. Бог с ним, пока не будем. Их. А, вот еще его наследник идет. Так. Значит, нам срочно нужно решить вопрос с наследником, иначе мы проиграем.
Anything wrong? Certainly. Давайте наблюдаем за вот этим делом. Так, и хорошо бы сюда прислать кого-нибудь из наемников. А как его заставить охранять персонажа? Чтобы никто вот этого нашего товарища не вырубил в ответственный момент. А то сейчас его вырубят, пока он тут занят. Да, в дом, что ли, зашли? Любовными делами и не будут. Так, прокатило, да? Прокатило, давай, Роман. И бегом домой оба два. Так, успех. А, первую скорость давайте возьмем. Вот к нам. Все, успех. Ну все, тогда жениться. Потому что ему уже лет-то много. Все, ура. Значит, ты беги домой. И ты беги домой. В общем, будете вовсю заниматься продолжением рода. Как теперь вернуться-то на нашу ферму? Где она у нас тут была? Это не наша. А еще можно сжечь разбойничий лагерь конкурентский, чтобы они тут не паслись. Так, а кто у нас есть для этого? А, ну вот и деньги пошли, 2200. Значит, давайте расширим. Не торговое нам нужно, складское пространство. 900 так 900, но надо... Что-то не стало больше, по-моему, да? Ну, при таком-то раскладе смысла не было 9 сотен тратить. Посмотрел, вроде как стало 2200, денег подвалило, да, оказалось, что не очень подвалило. Так, возьмем сюда перевозчика. Как-то вот эти работники, которые дефолтные, они получше как-то справляются. 1300, так, это есть. Нам еще успеть построить бы нам пекарню. Где ты? Вот он, дошел? Да, дошел, давай. А ей сколько, интересно, лет? 30. Да, они по 30-32 года. Так, а мы еще вот этого пытались как-то... Пусть тоже продолжит нашу линию вниз. Эти все пускай ветки заканчиваются, а вот этим будем заниматься. Это готово. 1500. 1600. Давайте возьмем какого-нибудь безработного, проверим, что он может. Так, а как нам побежать там же? Да, другой династии умирает. Ну ладно. Так, а как сделать-то? Нет. Или это еще нужно дойти до нужного уровня? Так, горожанин. Бургер. Купец. Оскорбить, отправить персонажа, шпионить, смазать колеса. Дворянин. А где был-то дом поджечь там? Что-то нету. Как-то странно. Или это у наемника? Где вы, наши наемники? Так, искать улики. Ограбить. А, нет, тоже не оно. А ты чё все не подлечился до конца? Иди лечись.
Иди сюда. Here I am. Good. Так, 2600 мы подкопили уже, можно, наверное, строить ферму. Потому что все опять у нас упирается в лимиты. Давайте, не ферму, а пекарню только. 1400 она стоит, ну вот ее... Не понял, почему максимальным, вроде у нас титул плюс один давал. А, лимит наемников. А купец дает здание. То есть пекарню, чтобы построить пекарню, нужно сломать чего-то. Чего-то ломать не хочется, потому что вроде как бы они все работают более-менее. Здесь работает. Отруби возит, так. Вот это вот давайте на отруби переставим, потому что все равно... Right away. Все равно в кашу места не хватает. А здесь, если попробовать расширить склад на 4. Ну вот я нажал на 4. А, или тут не по 20, а по 24, что ли? А, вот, по 24 стало, да. Ну тогда кашу делаем. А, под кашу нету, да? Ну, там ребенка сделал уже. Видимо, не сделал. Сейчас я тогда им порулю немножко, развезу всю эту барахляндию. Выкупим денег и попробуем сейчас Эммануэля еще раз отправить. Только вот в этот ближний дальний путь. Может, там что-нибудь сторганем. Что, у него здоровье-то упало? Он так напрягся, что ли? Все, получилось. Получилось, давай тогда беги на рынок. Ожидается прибавление. Все, значит, первый у нас ребенок будет, который наследник этому персонажу 30. Ну, если его никто не прибьет, то до 60 он доживет, и тогда все будет нормально. Мне нужна телега. Династии вступили в союз. Ну, не важно. А мне нужна телега, чтобы быстро все растащить. Где это находится? Все важные предметы. А телеги нету, да? О, сторожевой пес, ничего себе. Суд, да? Подручный совет пустеет. А, смотрите, да, нормально. Нас не осудили. Вот она, повозка. Вот это нам нужно. Одну, не надо все. Есть. Сюда ее. И погнали, значит, развозить вот отсюда. Потому что там у нас какой-то затор с этой ячменюгой, которую мы не можем теперь в кашу переработать. Каша самая дорогая из того, что мы сейчас можем произвести. Так, тебе уровень. Тебе уровень. Тебе уровень. Все, всех есть уровень. Да, вот опять там производство каши уперлось. Этот наш товарищ дошел. Бенджамин, да, это он, это он. Значит, для производства каши нам нужно две отруби и вода, да? Значит, злаки вот эти. Давайте вывезем на продажу. И мешки. Ну, хотя мешки, ладно, пусть валяются. Так, а отруби два этих, а один этот. Может, пусть просто все быстро в отрубе. Хотя места все равно нету. Быстро не получится. Тогда. А он уже весь забит. Что я тут думаю? Тут уже и думать нечего. Просто отвезем лишний ячмень. А вот и прошло 3 года. Так, ну, кстати, первый ребенок у нас уже сейчас... Ну, да, бывает.
И эта девочка. С силой 12. Да ладно. Обалдеть. Сила 12. Ладно, сейчас он скинет ячмень. А здесь мы будем... Нет, давай кашу делать. Все делайте кашу. Пока есть место на складе. Это все мы продаем. Ну, на 4 сотни. Его отправляем еще раз домой. Yes? Yes, sir. Чтобы сделать следующее. Потому что нам нужен сын для наследования. Можно, конечно, и на женщину, но как-то не по средневековым понятиям этого. Так, пришел. Давай. Проверяем. Так, Эммануэль, ты... Вот ты тоже как бы... Как учить так, чтобы оно прямо... Без остановки. А смотрите, пожертвование это в 2 сотни, до 38, а это по 5, да? О, за 5000 можно сразу 900. Что произошло? Напали на нас, напали. Так, поздно, да? И упер что-то еще. И еще раз напал, да? Так, ну это он вообще нападает в пределах наших владений. Где наш стражник? Этого мы сейчас просто будем убивать, я думаю. А это, кстати, наследник. Это не просто какой-то левый чел. Вот мы сейчас этого наследника и порешим. Все, да? Порешили. Член вашей семьи скончался. А, да, убили они Марка вот этого, который там отхватил. Ну и мы убили его наследника. Не сказать, что чудесная история какая-то вышла, но, по крайней мере, мы отомстили. Вообще, конечно, я бы сжег бы их избушку вот эту лучше. Действие со зданием. Так, купить здание. Заключить сделку. Кстати говоря, ой. Кстати говоря, получилось ли наследника создать там? Yep. Не беременна, не получилось. Yep. Давай еще разок. А, пока не можешь. Ладно, есть девочка-наследница. Пусть пока так. На этом пока, я думаю, достаточно. А в следующий раз еще раз попытаемся разобраться, как бы спалить эти их домики дотла. Эти домики дотла. Ну и будем все-таки решать вопрос с наследником и новым титулом, потому что я думал, что экономика уже у нас достаточно на следующий здание, оказалось, что нет. Чтобы все это не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Пока.